представителем, так сказать, предприятия. Вы понимаете, уважаемые коллеги, друзья, все очень можно восстановить быстро, как это ни странно. Даже разрушенную армию, если есть деньги, наука, можно восстановить быстро. Разрушенные производства, если специалисты и деньги, восстановить быстро, а вот образования нет. И то, что вот произошло за последний конец 20 века, начало 21-го с образованием, это очень серьезно. Образование, если разрушены школы, если люди, поколения просто выбились и покидают, восстанавливается очень тяжело. Для этого требуются не деньги, и деньги даже сильно не помогут, десятилетия требуются. И поэтому то, что осталось, то, что удалось сохранить моему уважаемому вузу, политеху, не знаю за счет чего, это какие-то еще научные школы, то, что осталось, так сказать, у военмеха, это очень ценно, это надо ценить. И хотелось бы, чтобы к нам тоже прислушивались, потому что вы, те, кто здесь работают в вузах, это люди, которые очень за это болеют. И надеюсь, что мы социально полезны личности, потому что уйти было гораздо проще, чем остаться.